как я вас умоляю, не реагируйте, кто делает людям нехер, вот хуйней страдают. Помните, я вам показывала дом в виде слоника, но тогда все было в снегу, вот, не очень было хорошо видно. Она очень крепко спит. Ориентир, да, пирожоками. Как только он начнет сдуваться, значит, все можно забирать. Пока пирожок очень большой. Здесь сколько лошадок? Я даже не хочу озвучивать, их нету. Конечно, бывает, что себя жалко очень. Может, все всерьез, может, и не так. Я один в тишине, мои мысли во тьме сейчас. Блядь, надеюсь, я здесь не останусь в этой грязи.